это не убийство, но это просто наша культура, с которой мы набираем команду, то есть разрабатываем организацию. Данные процессоры используются на очень интересные, поэтому на самом деле применение в остальных системах и генерирует на рынке мобильных устройств, для которых важно внести на этот ресурс. Один из фирмативных требований является фирмативным стандартом, предлагающий активно соединение в себе действий параметров контроля. Начнем наш небольшой обзор микроконтроллеров в сети APT-2000, построенных на основе арморесурсур и двойной арморесурсур. Обладая изучением питания ядра, обнаружившись широким температурным диапазоном работы, они наилучшим образом подходят для использования автомобильных, промышленных, медицинских, портативного оборудования, в том числе подключаем глобальный сотрудник. Основные функции серии APT-2000 – стандартная арморесурсура, высокая производительность, низкое энергопотребление, малозаметные корпуса, богатые периферии, поддержка USB, поддержка камеры, невысокая скорость. Если вот тут 21.30, то это все цифры аналогу преобразования. Множество наблюдений направлено на изменение энергопотребления и получение необходимости работы в предложении с экономным питанием. И, конечно, невысокая скорость. Семейственные выплаты 22 миллиарда 144 в одну сборку. Там номер 5 не уникальный. Имеется в виду 28 гигагерц, где контроллеры содержат 5480 ГГц интегрированных USB 2.0, способные работать в режиме Play, Force и Audio. На версии 5320-3024 микроконтроллеры соединены с двойным высокоскоростной шиной HD для обеспечения независимой работы с перепередительной высокой пропускной платформой, например, Ethernet, USB-OTG, USB-маски, кам-контроллеры, статические USB, встроенные флешпаны. В отличие от сети APT-2300, микроконтроллеры серии APT-2400 содержат встроенный контроллер внешней памяти. Показанные сетевые контакты постоянно расширяют линейку RAID микроконтроллера, и новые микроконтроллеры снизу себе мозг производит в гарантичной области, в линейке устройства.